Ну хорошо. Что такое счастье? У каждого оно свое. Это счастье. И формулирует каждый. Мое счастье, во-первых, в том, что я пришла на этот свет. Меня могло не быть. Это уже счастье. И дальше, как складывалась моя жизнь, я думаю, что я родилась под счастливой звездой, говорят. У меня есть дочь, которая не разочаровывает меня. Это мое счастье. У меня прекрасная внучка, которую я безумно люблю. Это мое счастье. Это мой дом, это мои друзья, это солнце за окном. И, может быть, и дождь. Это тоже прекрасно. И вообще жизнь прекрасна. И счастье, его, оно на самом деле вокруг нас. Другое дело, как ты воспринимаешь этот мир. Когда у тебя плохое настроение, тебе кажется, что вообще никакого счастья на этом свете нет. И как сказал Александр Сергеевич Пушкин, на свете счастья нет, но есть покой и воля. Вот Александр Сергеевич Пушкин сформулировал для себя так. А я для себя формулирую счастье во всем, что тебя окружает. Главное, как ты относишься к этому миру, в который пришел.